Нельзя говорить это слово. Я хочу кушать. Даже ладошки все в пятнах. Мама. Слышала? Мне уже 18. Да, конечно. Маргарит, все, выключайся. I want... Всем какашечного дня. Всем привет, доброе утро. Добрый день, то есть у нас день. У нас день. Маргарита кушает мандарин. Готовый завтрак. А ты во сколько встала? В одиннадцать? Я заснула в 11 и проснулась. С Ксюшей что-то происходит, ребят. Она как-то у нас все это не выздоровеет. Сейчас у нее сыпь на лице. Она опять поедет только к врачу. Выздоровела. Да, она только недавно выздоровела. Ангиной болела. А тут опять у нее сыпь по всему лицу. Чешется? Да. Ай. Я ей говорила не чесать. Что с тобой, Ксюнчик? И на руках тоже вон. На ногах. Да, даже на ногах уже? Угу. Ну, ветрянкой ты болела, это не ветрянка. Ветрянка не чешется. Ветрянка чуть-чуть чешется. Ну, у меня очень сильно чешется. Не, ветрянка вообще чешется, да. Ветрянка чешется. Сейчас поедешь? Все, Ксюня уехала. Чем будем заниматься? Опа! У нас пока полки еще нет, у нас телевизор на полу стоит. Мы перевезли полочку. Ой, Понька. Ой, ой, ой. Палец схватила. Смотри. О-о. Ничего себе, аж дырку сделала. Я вчера и ногти подстригла. Ей зубы надо подстричь. Зубы ей подпилить нужно немножко, да? Вонь. Я тебе пилочкой подпилю зубки. Ага, хулиганка ты. Дай лапу. Дай лапу. Молодец. Умничка. Умненькая девочка. Только такая кусака ты. Ты собака кусака. Кусака. Очень кусака. Загоняла, загоняла, загоняла собаку. Загоняла. Я пойду гулять. Бонни. Мама, можешь ли я тебе шею, пожалуйста? Бонни, гулять? Бонни, гулять? Гулять? Пойдем гулять. Пойдем гулять, 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 гулять. Пойдем, 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 пойдем гулять. Гулять? Она уже знает гулять. Вот тебя тут куртка валяется. Бонь, гулять? Гулять? Куда гулять пойдешь? Туда? Туда пойдешь гулять? Ну давай, иди. Иди гулять. Нет, не пойдешь так. Одна ты не пойдешь, ты убегаешь. Максей, Маргарита, она накакала, а ты не успела с ней погулять. Да, Бонь? Вот так вот выгуливаем собаку теперь. А? Давай сюда. Я туда не пойду, я же босиком. Один? На роликах. Нет, я в майке, ты что, мне холодно. Ты хочешь, чтобы я вышла? Да, пожалуйста. Нет, я в майке. Бонь, иди сюда. Каролина, застегни хотя бы. Они ей большие. Я знаю. А где мое? Ты уже знаешь, что это мячик. Да. Ой, она его сгрызла уже. А пылесос заживал пеленку. И остановился. Давай, иди работай дальше. Пеленку надо убрать. Уже 2 часа дня. Да, уже 2 часа дня. Я еще не выпустила видео, так что уж немножечко видео задержится сегодня. Так, меня Маргарита просит сделать шоколадную колбаску. Какая? И как она называется? Нельзя говорить это слово. Каролиночка, звук убавь. Она смотрит наши влоги. Звук убавь, это громко сильно.
Будем делать шоколадную колбаску. Из печенья. Маргарита, голову помой. Потом. Сходи. Потом. Так. Что нам надо? Печенье я купила. У нас плохо, что на развес печенье не продают. Придется покупать. Приходится покупать такими пачками, да. Вот. Вот, бутерброд. Не знаю, получится, не получится. Куда пылесос ушел? Не буду делать. Из печенья. Вот, сладкая колбаса. Смотрите, какая вкусненькая. Я ее делала, но давно. Еще когда детки маленькие были. Маргарита с Ксюшей. Так, что нам понадобится? Так, печенье можно брать любое. Простое, сахарное, типа шахматное или к чаю. Ну ладно, у нас какое? Бутер. Бутер. Ну, в общем, масло. Какое-то с маслом, да, печенье. Бутеркекс. Это можно кушать с маслом. Так, вот, масло сливочное у нас есть. Доставай масло, печенье, какао-порошок есть, сахар и молоко. Все-все-все высыпаем. Это долгий процесс. Это долгий процесс. О, да. Получится так. На! В кастрюльку. О, обязательно кастрюльку? А, на огонь. Да, немножко нужно прогреть, чтобы она это растворилась. И сахар еще надо. Сахара сколько там? Маслица добавили. Теперь нужно, чтобы она растопилась. С молочком. Печенье тоже готово. Вот такое вот. Круть. Не знаю, жидко, не жидко получилось, но она потом, наверное, застынет. Вкусно, вкусно. Я хочу кушать. Так, теперь нам нужно как-то такую вот колбасочку свернуть. Получилась у нас колбаска. Да? Да. А то мы ее будем резать. Как будто печеньки зеленые. Нужно тут как-то заклеить, чтобы она не... Ксюня наша вернулась из больнички. Сказали, аллергия. Ну, я не знаю, я такую аллергию первый раз вижу. У нее даже на ладошках вон. Все покрыто. Аллергия на антибиотики, которые она пила от ангины. Даже на болячки. Угу. Смотрите, какое у нее тут все. Даже ладошки все в пятнах. На спине, на животе, на ногах и на лице. Вон все лицо в точках. Так, давайте будем пробовать нашу колбаску шоколадную. Давай. Ножик, Ксюш, вон там сохнет. Это какашка. Застыла хоть немножко? Да. А я кушать просто не хочу. Давай. Вкусно пахнет. Ну так, это же печенье. Какао, и печенье, и эти орехи. Да. Можно орешки? Вот такая вот у нас получилась колбаска. Еще она похожа, как будто бы. У колбаски же тоже есть такие эти. Пробуем. Вкусно? Очень. Yep. Сделали печенье из печенья. Да? Хорошо, что вы так много делали. Ну, мы его, в общем, в морозилку затолкали, потому что будет очень долго ждать, если она будет лежать просто в холодильнике. Мы в морозилку затолкали. Ну, ничего, вкусно. Боньки нельзя. Боньки нельзя. Бонь. Разминка, что ли? Да. Еще в пижаме. Я знаю. Не холодно? Нет. Я же делаю спорт. Угу.
маленькое пространство у тебя. Ну, мама. Хватит. Мама. А? Тут на коньках 4. Скользко, да. Там скользко. И там мне тут столько покататься. Тут может каждый ребенок встать. Да. А на коньки. Спать ложимся. Мама, на что мы можем взять? Чик-чик-чик. Мы можем купить конфеты железные, потом мы можем их формочки для нее, но потом спрайтом залить. Железные конфеты? Желейные. А, мне показалось железные, я думала, что какие железные конфеты? Желейные. Разве бывают конфеты железные? На, убирай стакан. Потом можно это холодную воду. Угу. Давайте, все, будем спать ложиться. Потом Макс, давай, пойдем запричтить. Кики, как там Кики? Кики. А у Кики все хорошо. Манюсечка Нася, вот она сладкая. Манюсечка. Манюнечка такая маленькая девочка. Осторожно. Осторожно, держи. Вот она. Когда папа просыпается, она так. Вот она. Следусик. Аккуратно сходи. Ну как вам по отдельности спать? Уже неделю спите отдельно. Просто супер. Раньше мы всегда разговаривали, мы так в два. Еле-еле засыпали, да. Блин. Если мы поздно ложимся. Смотри, мы ложимся так. Вы сейчас быстро засыпаете? Давай вот так. А потом мы засыпаем, потом я. Чужа. Потом мы засыпаем. А утром никто никого не будет. Да, Ксения, она заходит всегда в мою комнату. А, на тебе. Надо закрывать шторы. Она тебе все-таки будет. Не за Бойкой иду, потому что я боюсь сама. Я боюсь сама не нравится, когда я сама в зале. Ну вот. Скучно, я Бойку зову. Ой, тут кроватка такая удобная. Хорошо. А я хочу высокую, большую. Карлинка. Тебе тогда не поместится ничего. Угу. Тут можно менять цвета всякие разные. Ой, оттуда не достает пульт. Слишком далеко. Подожди. Да что такое? Не ловит, а что так плохо? А, вот. Красненький поставь. Вау. 24 часа там. Фиолетовый нюанс. А у нас есть конфеты разноцветные? Потому что их надо рассортировать. Увози за стоварой. Слышала? Мне уже 18. Да, конечно. Это скранчик зеленый. Мама, попробуй закрыть глаза, и ты видишь зеленым. Да? Нет. Сначала откроем и потом резко. Коричневый. Я пульт. Не закрой. Ты увидишь зеленый. Нет, вот так вот. Все. Вот зеленый с кранчи. И ничего не зеленый. Мама, у тебя дверь открыта, у меня дверь открыта, а потом у меня хватит. А если бы у Маргарита было. Да, у нас везде эти теперь светятся. У меня комната тоже там. Макс, у карабины, у тебя. У Маргариты эту дверь закрыла. Давайте спать. Час ночи, между прочим. Скоро Новый год. Смотри. Ой, в среду или в четверг? Уже завтра Новый год. Чего? Да. Нет. Ну сегодня, получается, уже сейчас ночь. Сегодня уже 30-е, а завтра Новый год. Мам, 31-е Новый год. Ну, сегодня 30-е. А, да. Я дубина. 31-е уже завтра. Тут говно воняет. Бонечка, скажи, что такое опять? Да? Все, пока, давайте, спокойной ночи. Мне закрыли дверь на ключ, чтобы Ксюша... Не надо дверь на ключ закрывать. Маргарита, все, выключайся. I want... Выключай. Все, пока.